это вот уже, наверное, я отсюда сегодня историческое событие. Московское вот время. Или вот эти скалы. 8 часов. Откуда? 40 минут. Вот эти, наверное. Да, 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 вот да, эти скалы. Да. Там. Нет. 4 августа 2009 года. Мы втроем. Алексей Шишкин. Они все одинаковые. Мы хотели сделать кружочек. Андрей Слободин и я совершили восхождение на высшую точку Европы. Западную вершину горы Эльбрус. Высота 5642 метра. Восхождение было сложным. Но мы сделали это. Давай скорее, где? Караганде, блин. Скажите камеру что-нибудь. Юха! Иха! Мы выше всех в Европе. И это не шутки. Наше восхождение во многом было. Выше нас могут быть. Возможно. Благодаря Марату. Марату и его друзьям. Марат, скажите что-нибудь в камеру. А? Скажите что-нибудь в камеру. Для истории. Я вас поздравляю. Я вами доволен. Одно спасибо. Замечание на будущее, потом прослушайте. Значит, на тему теплой одежды. Ее да. Никогда много не бывает. Вот. А в остальном, ребята, вы молодцы. Спасибо. Упорные. Вам, Марат, и вашим успех. Друзьям. Успех вам в дальнейшем. Вы очень интересные и отличные люди. Давай одну сделаем. Ближе, подальше. Марат готовый, поднимается. А вот, собственно, панорама с той точки, где мы сейчас находимся. Вот так зря пошел, не дойдешь, сейчас упадешь. Панораму упал Андрей. С российским флагом. 5-6-4-2. Да, эти заветные цифры 5-6-4-2, они на себя останутся. Я возьму вам бутылочку пивка с такими цифрами. На нашей памяти. Вот такой бидон. Вот подходят очередные ребята, которые совершили маленький подвиг сегодня. А там в виде восточную вершину Эльбруса. Ее высота 5621 метр. Марат, восточная 5621. 5621, да? Да. Вот. Ну, 21-23 там. Вот самая высокая точка, вот эта правая. Я лично по кольцу ходил, чтобы померить, который самый высокий. Вот. Сейчас самая высокая точка восточного Эльбруса. Подожди, чтобы еще восточный захватил. Все, подходи, снимай рюкзак. Так, ребята. Такая обстановка у нас. Снимайте рюкзаки. Да. Вот здесь вкладывайте туда. Групповуху. С флагами. И дальше я вижу здесь. Вот сюда. Вот это Сашки плохо, да? Да.